Она у нас на международных выступает выставках. Айгуль. А вот тут такие более такие. То есть такие, более такие. Ну, сюда более серьезные. Да, серьезно. Это зимний пейзаж, это... Ну, Хамидулин и сад впервые выставил, 6 работ представлено. Здесь работы будут, здесь и тамарская тематика. Малина, Казанский инженерно-строительный институт закончила, работает архитектором в Казани. Еще у нее есть работы, Львы ее работы и Лондон ее работы. Ну, у нее видно, что школа-то хорошая пройдена. А это какая Вазовский? Это уход. Копия Вазовского. Что? У нас впервые тоже выставился. Учился в нашей Валевской школе искусств, закончил Медногорском училище. В данный момент работает в Баблах. Ты вот две работы, и там еще портреты были. Ну, копии сейчас многие делают. И делают очень здорово. Я помню, начинали мы тоже. Вот это интересно, именно гравюра. Гравюра? Да, сложная техника. Тахмадьянова у нас. Там сложная техника, там делают такие приспособления. Да, пресс. Да, под пресс, линолеум. У нас есть такой художник, да. Ихнин, вот у него. Вот тоже здорово, любопытно. Тахудинов Данил. Какая любопытная. Дорога. Ну, интересная работа с Ванесой, допустим. Интересная тоже. Ну, на этом закончим, дорогие друзья. Спасибо вам. Вас можно представить здесь на экран? Надо. Нет? Не надо. Как директора? Нет, не надо. Ладно, спасибо вам, что вы маленькую сделали экскурсию бесплатную.